Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 18 июня, неделя вторая по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших. Идея соборного празднования памяти русских святых появилась в середине XVI века после прославления сонма русских святых на московских соборах 1547 и 1549 годов. Первая служба в честь новых российских чудотворцев была составлена Григорием, иноком Суздальского Спасо-Ефимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля. Этот день стал первоначальной датой празднования собора русских святых. Около 1643 года иеромонах Милетий протосинкил константинопольского патриарха по просьбе митрополита Петра Могилы написал службу преподобным отцам Киево-Печерским и всем святым в Малой России просиявшим, то есть украинский аналог службы в честь всех русских святых. В конце 40-х годов XVII века по образцу службы иеромонаха Милетия соловецкий иеромонах Сергий Шелонин написал службу всем святым и же в Велиции России в посте просиявшим. Несмотря на название, службы иеромонахов Милетия и Сергия посвящены не только преподобным, но и святым, прославленным в других ликах. Названия обусловлены тем, что обе службы составлены по образцу службы в честь всех преподобных отцов в Сыропустную субботу. Современное празднование всех святых в земле российской просиявших было установлено по решению Поместного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов. На заседании был заслушан доклад профессора Тураева о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев российских. Заслушав доклад, собор определил восстановить празднование Дня памяти всех русских святых в первое воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование основано на последовании инока Григория, но исправленное и дополненное Высшим церковным управлением, напечатать в конце цветной триоде. Дополнение и исправление службы было поручено Тураеву и иеромонаху Афанасию Сахарову, впоследствии епископу, священноисповеднику. Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь несколько песнопений. Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием священноисповедника Афанасия выделить ее в круге праздников Русской Православной Церкви. Она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день. Некоторые особенности, составленные священноисповедником Афанасием службы, не вполне традиционны. Поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в древних службах. Служба пользуется большой популярностью. Некоторые ее тексты, например, стихиры, подобные «Земле русская», вошли в число наиболее известных и любимых в русской церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Дорофея, епископа Тирского. Празднуется перенесение мощей благоверного великого князя Игоря во святом крещении Георгия Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России чудотворца, благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского Новгородского. Чествуется обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертаминских, соловецких чудотворцев, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Помвона, преподобного Федора Иорданского чудотворца, преподобного Анувия пустынника египетского, преподобного Дорофея Палестинского из обитель Аввы Сирида, а также всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших, священномученика Михаила Чистопольского Ватикова, пресвитера, священномученика Николая Рюрикова, пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери Игоревская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства и, конечно же, всех нас с именинами нашей Матери Церкви, с праздником в честь огромного собора русских святых. Всем нам многое и благое лето!